Всем привет! С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, старшие международные директора в открытом звании. Что бы мне вам сегодня хотелось рассказать? В компании Faberlic выпущены новые чаи. И эти новые чаи мне очень-очень понравились. Во-первых, они идут в благородных таких пирамидках. Этот чай мы уже практически, как вы видите, выпили. Да, вот так вот пирамидка выглядит. Это идет чай с бергамотом. А девчонки его уже, видите, как бы мы 10 дней ездили в Беларусь и в Казань. Вот, и пока мы ездили, упаковочка чая практически уже закончилась. Тут идет 15 пирамидок. Хочу вам сказать, что это крепкий, насыщенный, классный чай. И отдает лимоном и бергамотом. Ну, бергамот, он и есть такой кисленький, да, вот смотрите. Тут идет аннотация, способ приготовления, ну, как бы такой легкий, кипяточком дать настояться. Вот. И вы знаете, мне девчонки сказали, что они на две кружки заваривают эти пирамидки, потому что они очень крепкие, насыщенные. Видно, что чай в пакетиках прямо листовой. Давайте вам посмотрим еще раз, да. Вот он, видите, прям такой. Да, листовой чаек. Классный. Вот. И они говорят, что им прям это на две кружки. То есть они наливают кипяток в эту кружку, в две кружки, и по очереди туда-сюда, и как бы получается, что очень насыщенный чай, да, то есть крепкий. Если вы, он у вас долго простоит в кружке, он реально будет очень крепким, да. Вот. Состав у чая. Так, условия тут хранения. 15 пакетиков по 2 грамма, масса нетто 30 грамм. Ну, состав что-то я не нашла. Так. Так, тут что идет? Бергамот. Ага. Тут не по-русски. Ага. Ну, тут я так понимаю. А, вот состав. Прошу прощения. Это чай черный китайский листовой с бергамотом. Цедра лимона, ароматизатор. Вот, кстати, не прочитав состав, я уже поняла, что в нем есть лимончик. Не только бергамот, но и лимончик, да, как вы поняли. Вот единственное, что я на самом деле даже состав не посмотрела. Теперь буду знать. Итак, вкусный чай, приятный, крепкий, насыщенный. Пакетики качественные, ничего нигде не отваливается, что очень приятно. Да? Вот смотрите, как он набухает, и он реально очень крепкий. И я его буду пить и буду заказывать, потому что я обожаю бергамот, очень сильно бергамот люблю. И еще с ароматом лимончика, ну вообще здорово. Причем там идет цедра лимона, а не какой-то там краситель, ароматизатор. Это тоже очень приятно. Далее очень меня удивил чай молочный улун. Да, смотрите, молочный улун называется. Он обалденно вкусно пахнет, даже сухой. Это зеленый чай, да, то есть в таких же вот пакетиках идет. Давайте я вам покажу. Ну, просто на самом деле пахнет каким-то слегка таким молочным шоколадом, я бы так сказала. Вот аромат у него из сухой пачки, да. А тут идет чай зеленый китайский листовой натуральный, ароматизатор, натуральный ароматизатор молока. Вот реально здорово, да. Приятно пить. Меня все спрашивают, что это за чай, кто в гости ко мне приходит. Я честно скажу, я не любитель зеленого чая, но этот чай мне очень понравился. Я с удовольствием его выпью, с удовольствием буду его наливать еще раз гостям, потому что это очень оригинально. Нигде такого чая, я не знаю, нету. Я на полках не видела, я в магазине специально вот хожу. Пятерочка, Магнит, вот у нас тут недалеко от дома. Большие такие гипермаркетовые магазины, и я не могла найти такой чай, чтобы там улун молочный, там еще что-то реально нету. Артикул у него 151-41. Классный очень чай, мне понравился. Он заваривается, кажется, что не сильно, но это зеленый чай, но он очень насыщенный на вкус. Очень сильно пахнет молоком. И вы знаете, я не любитель зеленых чаев, но этот чай мне понравился, и я буду его пить. Вот, вот прям на мое удивление, потому что вот считайте, мне сейчас 34 года, я за 34 года ни разу такого вкусного зеленого чая не пила. Просто не знаю, просто прям респект компании Faberlic за то, что прям приучает нас к здоровому образу жизни, к чаям. Да, далее, значит, идет такой вот манго-ананас.
Вот чай 15 пакетиков по 2 грамма. Тут идет артикул 151-43. Тоже очень крепкий чай, насыщенный. Тоже одного пакетика вам хватит на 2 кружки. Это реально. Вот, кто не любит крепкое, вообще, я не знаю, кружки на 3, потому что он заваривается, настаивается, становится такой черный и очень насыщенный, такой глубокий вкус. Очень мне это понравилось, горжусь прям новинками компании Faberlic, да, состав чай черный, китайский листовой, кусочки плодов ананаса и манго, и ароматизатор идет, да, то есть... Натуральный ароматизатор. Тоже здорово, тоже классно, тоже пирамидки, пакетики. Так вот он выглядит в заваренном виде. Как вы видите, он очень-очень-очень насыщенный. Да, то есть он немножко просвечивает. Он чуть-чуть светлее, чем на камере. Цвет у него тоже такой глубокий, приятный. Очень сильно пахнет вот именно что манго-ананасом вперемешку. Но на вкус... Оттенок манго-ананаса очень легкий, ненасыщенный, да, как бы легкий такой, но очень-очень отдает, и во рту такое очень приятное послевкусие после этого чая. Вы знаете, вот все чаи мне эти новенькие очень понравились, и я теперь не знаю, какие я буду заказывать, да, то есть у нас же есть с вами оригинал чаи, да, они там идут с чабрецом, вот с чабрецом это любимый чай моей дочки, да, то есть я его буду заказывать. Там есть чай еще с шиповником и каркаде и так далее, и так далее. Тоже есть зеленые чаи. Вот зеленый чай очень понравился из оригинал именно моей свекрови, тете Ире. Вот она прямо без ума от этого чая. Все время хочет, чтобы я ей его заказывала, привозила. Она говорит, очень-очень вкусный зеленый чай, да. Вот, но вот я думаю, что когда я ей пошлю этот чай на пробу, мне кажется, она его променяет. Ну, пока не знаю. Потом вам обязательно в своих будущих видеообзорах расскажу, променяет она его или нет, потому что она еще ко мне не скоро приедет, чтобы забрать подарочки. Ну что ж, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также нажимайте на колокольчик, чтобы видеть оповещения о моем канале, что вышли новые видео. А я буду рада для вас снимать честные, правдивые обзоры для того, чтобы вы могли сделать правильный выбор продукции в компании Faberlic. Всем пока! Спасибо за внимание!